Всем привет! Вот посмотрите, сзади у меня сарайчик. Там у нас жили курочки. Как вы думаете, что сейчас у нас здесь? Давайте посмотрим. Вот такое вот у нас пополнение. Это наши курочки. Купили мы их на птицефабрике Кобринской по 3,5 рубля. Курочкам больше года. Здесь у нас 11 штучек раз покупали и 10 штучек второй раз. 22 курочки. Так как у нас куры съел какой-то зверек, без яйца в деревне жить это невозможно, покупать постоянно в магазине. Поэтому на первое время мы купили пока что вот эти курочки. Что я вам скажу? 21 штучка. От 6 до 11 яиц каждый день мы имеем. Они такие вот, видите, обскубанные, но уже начинают вот обрастать, уже перо полезло. И кушают они не так уж много. Поэтому как бы нас эти куры устраивают. Вот, смотрите, сразу же уже и яйца лежат. Яйца не мелкие, яйцо такое хорошее. Сразу скорлупа была, я вам скажу, очень тонкая. Но я начала давать витамины, мел, ракушку. И сейчас яйца такие крепенькие, потому что сразу туда же просто они их давили лапами. Что скажу про этих курей? Они, как видите, не все оперенные, выскубанные. Поэтому если таких кур покупать, надо обязательно их пока первое время держать в сарае, в закрытом помещении, то есть на улицу не выпускать, так как тем более сейчас февраль месяц. А во-вторых, обязательно лампочку. Вот видите, мы повесили лампочку. Для чего лампочка? Во-первых, светло. Они и ночью, и днем ходят, грябаются, шкрябаются, что-то тут рыщут тут в соломе. Кушают. А во-вторых, им тепло. Так как, видите, у них пера на всех нету, им холодно. А так лампочка горит, они вокруг лампочки вот сядут и друг друга не давят. Иначе они просто начинают лезть друг на друга и просто друг друга давят. Мы первый день не знали, тоже пришли, нас одну курицу задавили. Они просто сидели на куче друг на друге. А так вот лампочка висит, им тепло, хорошо. И они не кучкуются. Ну, вот такое вот у нас пополнение.